много видео о чуде инженерной мысли Копире. Собственно, в 19.26 поставил копироваться жесткий диск на 1 терабайт свой ST1000LM024 в source. Target переводится как цель. То есть source — это наш главный, таргет — второстепенный, на который будет копироваться. Таргет у меня с буковкой R. Собственно, самое главное — это мы очищаем MBR, делаем диск пустой, без разметки. Данный копир Орика. Ссылочка, кстати, на него и на другие копиры Орика будет в описании. Данный копир Орика делает сам разметку и делает точную копию диска. Мне просто интересно по времени, сколько понадобится, чтобы закопировать 1 терабайт. Сразу скажу, копирует он сектор в сектор. То есть и свободное место копирует тоже. Собственно, задача какая? Сделать точную копию диска. Посмотрим, сколько времени понадобится, пока пауза. Итак, ребят, докопировалось, заняла данная процедура 3,5 часа, не 15-20 минут, как нам обещает разработчик. 3,5 часа. Скопировалось все один в один. Подтверждение тому, один всего жесткий диск у нас в нашей системе и два жестких диска у нас загрузилось. Почему один жесткий диск? Потому что они точная копия друг друга и одинаковые подписи, поэтому не загрузится. У нас два, как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, но можно сделать проще. Можно сейчас выключить, обязательно через извлечение. Выключаем, вставляем наш, оставляем наш один диск, второй вынимаем. Это мы сейчас вставили посмотреть наш основной. Есть, подгрузился. Загрузился. Диск D открылся. Смотрим. 259 гигов свободно из 931. Вот наши полностью все фото и фото папки. Папки. И сейчас и вот наш жесткий диск. Все нормально, 100%. Теперь извлекаем обязательно, всегда, даже флешки. Извлекаем нормальные, порядочные, цивильные. Видите, с программы выгрузилось. Теперь можно выключить и вставить наш второй диск. Вот буковка R. На этом R нету. R я сделал специально пометочку, чтобы не запутаться. Загрузилось. Вот наш тоже ST1000. Вот опять наш диск Дата. Вот наши 259 гигов. И опять-таки вот все наши папочки. Как вы видите, клон-копия абсолютно точная. Чем хорош данный копир? Хорош тем, что мы с вами можем создавать резервные копии очень быстро, не задействуя компьютер, потому что на данном копире есть два режима: PC и клон.
то есть сзади переключается, мы нажимаем клон, отключаемся USB от нашего компьютера и просто его включаем. Он у нас пропикает два раза, символизируя, что готов. Нажимаем на кнопочку старт. И все, и ждем, пока он у нас не пикнет еще один раз, когда скажет нам: все, ребята, я все сделал, скопировал. Очень удобная штука при переносе данных с диска на диск и с диска на SSD. То есть мы с вами берем жесткий диск, какой у вас был, с, там, допустим, с системой, и переносим систему на SSD. Значит, да, из минусов. Жесткие диски должны быть или такого же размера, или больше. Он делает точную клон-копию диска. То есть, если вы сюда загрузите 2 терабайта, а поставите в source, то есть в главный диск наш, с которого мы будем копировать 1 терабайт, второй у нас будет тоже терабайт. Увеличить пространство можно будет потом любым партишеном, там Minitool, AOMEI и тому подобное. То есть, а расширяем мы просто увеличением пространства. То есть берем, допустим, да, скопировали диск, он у нас меньше по размеру, мы с вами загружаем Minitool Partition Wizard. Это точно так же, вот 129 мегабайт было на моем старом диске свободного места. Просто берем размер и делаем размер по максимуму. Вот так тянем и все. То есть потом нажимаем ОК, применить и собственно все. Вот такие вот дела, народ. Я вас ввел в краткий экскурс. Да, копиров много, они разных фирм-производителей, но я бы вам все-таки рекомендовал Орика. Они делают очень качественные, опять-таки, это не реклама, мне их не занесли денег, но я пользуюсь сам и карманами Орика, и шлейфами Орика, и кабелями Орика. И вот копиром Орика. Орика специализируется конкретно на вот этой всей периферии, связанной с жесткими дисками и информацией. Поэтому делают довольно качественно, хорошо, дают углубленную гарантию 3-5 лет на все свои работы, приборы. И поэтому грех не взять, не воспользоваться. А я вам хочу сказать, что потом, грубо говоря, вы можете через энный промежуток времени зайти в этот Hard Disk Low Level Format Tool, нажать «Очистка MBR», удалить, он у нас псевдоочистится, диск, и еще раз в месяц по новой делать клон-копию данных с нашего основного жесткого диска. Это очень удобно, не отвлекает компьютер на сторонние операции, работает автономно, да, занимает на терабайт где-то 3,5 часа, но все же само начало делать с вашего нажатия кнопочки, само закончило, вам пикнуло один раз. Ну, собственно, такие вот дела. Как по мне, мне лично кажется, что это очень хорошая вещь. Всем спасибо за внимание. Ссылочку на это чудо и на другие более дешевые и дорогие варианты вы увидите в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. А купить нужную запчасть на AliExpress мне помогает Beckett, в прошлом EPN. Расширение для всех браузеров. Переходим по ссылке, и мы уже экономим. Проверяем в расширении.
Активирован ли у нас кэшбэк? Если нет, нажимаем на кнопку активации. Выбираем нужную нам деталь и смотрим динамику цен. Переходите, ссылочка в описании.